5 лет назад в детской поликлинике Видновской районной клинической больницы начал работать кабинет магнитно-резонансной томографии. Использование аппарата позволило эффективно проводить диагностику патологии внутренних органов, суставов, позвоночника, сосудов и нервных волокон. Сейчас работа оборудования возобновлена, но год назад взрослые и маленькие пациенты в РКБ были лишены возможности проходить исследования этим способом. Была поломка, аппарат иностранного производства. В связи с ситуацией, сложности с запчастями, справились, запчасти нашли, привезли, все сделали. В среднем одно исследование занимает 20 минут, но бывает, что пациенту необходимо находиться в аппарате МРТ до часа. Врачи получают данные о здоровье с высокой информативностью. Вред же для человека в этом случае минимальный. Он условно безвредный. И принцип работы на магнитном поле, то есть большой один электромагнит. Даже беременным делают, если есть для этого показания. Аппарат рассчитан на проведение более 1500 исследований в год. Сейчас посещение кабинета МРТ доступно для детей. Взрослым эта услуга оказывается на платной основе.